Re, viss ēters ir te! Через 5 месяцев, 5 августа, стартует Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Однако список претендентов на медали становится все короче. Один за одним российские спортсмены проваливают допинг-тесты. Виной всему препарат Милдронат. Латвийский олимпийский комитет, собравшийся сегодня на ежегодное заседание, выразил надежду, что нашу команду минуют допинговые скандалы. Мелдони только одно из тысяч химических веществ, включенных в список запрещенных препаратов. Это было объявлено в сентябре прошлого года. Мы, поскольку знали, что примерно 2 месяца следы этого лекарства остаются в организме, с конца октября запретили вообще всем спортсменам пользоваться. И до сих пор нет сведений, чтобы у кого-то из-за этого возникли проблемы. В преддверии Олимпиады приходится бороться не только с допингом, но и с вирусом Зика. Лихорадка набирает обороты в Бразилии. Так, опасающимся за свое здоровье атлетам из США, местный комитет предложил и вовсе пропустить Олимпиаду. В нашем же ведомстве уверяют, бояться нечего. Главное при себе иметь средства от насекомых. Думаю, что бояться не стоит. Надо учитывать, что игры будут проходить в зимний период, когда комаров становится меньше, а именно они являются переносчиками вируса. Некоторые наши олимпийцы совсем недавно вернулись из Рио. Они рассказывают, что ни одного комара они там не видели. А на спортивных площадках ходят люди с плакатами «Свободно от вируса».